מה העניינים חברים? מה קורה? המצב? נדייס נובו איתו שפריסדינציה? עוקבים חדשים? מה זה עוקבים? שלום מרינה. דרסטויצי. שלום לכולם. איך עוברת השבת עליכם? Подождем несколько секунд, люди присоединятся и поговорим. Ну, пока присоединяются другие, расскажите в двух словах на иврите. Хотя можете и на русском, не обязательно на иврите, но кто может на иврите, просто написать, как у вас проходят выходные, чем интересным вы сегодня занимались или занимаетесь еще. Шалом, шалом. Шалом увраха. נשארים בבית, נכון משהו? נשארים בבית. נכון, משעמם קצת, אבל בשביל זה אנחנו מקיימים вот такое слово. У нас сегодня будет, мы будем говорить насчет этого слова, поэтому мы מקיימים שיעור, מפגש. שיעור это громко сказано. Хорошая идея предупреждать в WhatsApp. Хорошая идея поставить уведомление в Инстаграме, это тоже классная идея, и тогда все будет тоже вовремя приходить. Йофи. Ребят, ну те, кто не с Израиля, я так понимаю, что некоторые отсюда, кто-то из России, кто-то из Украины, я думаю, у вас сейчас нет карантина, по крайней мере, не объявлен в той мере, как он объявлен в других местах, поэтому вы еще гуляете. Так что за нас тоже погуляйте. Те, кто, кстати, не получили ссылку на марафон, напишите мне в личку, потому что у вас закрытые аккаунты, значит, я не могу видеть ваши сообщения, пока вы не напишите мне. Так что те, кто хотят попасть на марафон на этой неделе, пишите, ну, поделитесь историей, как мы об этом говорили, в сторисе, и напишите мне просто сообщение, я сразу вышлю ссылку, окей? Бабайт кольем, кольем, колайом, нахон? Ну, у вас объявлен карантин, скорее всего, больше как просто неделя отпуска такого. Так что это не совсем даже карантин. То, хевре, яла, не роешь поквар, кимат шишима нашима, нахну натхиль. Мивгаш якцат кацар, лоа рохмида, я не хочу вас слишком сильно грузить информацией, тем более. Атем бабайты мои ладим, кцат айфим, кцат мишуама мим, это уже... Да, ну ладно, пару слов о марафоне, те, кто присоединяется. На этой неделе, в понедельник, я запускаю 4-дневный марафон. Каждый день будет выкладываться урок на определенную тему иврита. На какую тему? Те, кто присоединяется к марафону, я сразу высылаю все темы, и вы сразу как бы прочитаете там. Маленькие условия. Просто поделиться в сторис последней публикацией, как принято говорить, крайней публикацией. Она уже не крайняя, она предпоследняя, поэтому просто зайдите потом на аккаунт, посмотрите, и вы поймете, что для этого надо сделать. То, хевре, есть в иврите корень, и из него мы сегодня выведем несколько важных слов. Даже не слов, а глаголов, но и, по сути, слов. И это корень кум. Куф, вав, мем. Я его вам пишу в комментариях. Желательно вообще, когда у нас проходят такие эфиры, ребят, берите с собой ручку, тетрадку, какой-нибудь листик и сразу записывайте, потому что эфир потом... остается в 24 часа, но не видно, по-моему, комментарий. Так что желательно писать. Корень кум или ким. Вообще-то вот эти корни, в которых вторая буква вав или юд, они считаются одним семейством, односемейственным таким корнем в иврите. Таких много корней. И давайте посмотрим, какие слова образует этот корень. Какие слова, именно какие глаголы. И как мы их используем. Я не буду сейчас говорить о биньянах, пааль, нефаль. Это сейчас не имеет никакого значения, потому что у нас даже нет на это времени. Но чисто как словарный запас мы можем несколько таких слов прописать. И, наверное, первое слово, которое приходит в голову, это, конечно же, глагол лакум. Вот я его пишу в комментариях. И лакум, по идее, переводится как
Встать, верно? Встать на ноги, подняться. Подняться на ноги, опять же, да? Утром встать, сидеть, а потом встать и так далее. Но лякум не только используется как слово встать, лякум еще переводится как слово образоваться. Ведь когда мы говорим о какой-то организации, страна, например, государство, медина, или, например, университет, или какой-то бизнес, в любом случае, образовался, то есть поднялся, встал на ноги, тоже в иврите говорят кам, кам, в прошедшем времени, в настоящем времени встает, но мы говорим про встал. Поэтому я могу сказать, часто вы в ульпанах учили, наверное, Мединат Исраэль, кама, белевчам, утрабай, мишмон и так далее, да? То есть ты, кама, кам образовался, то есть не только встал физически, но и если мы говорим про какую-то что-то неодушевленное, то есть инстанция, государство, предприятие, чтобы не было, это будет еще и образоваться. Дальше. Тут уже люди пишут другие глаголы, вы молодцы, и мы их, естественно, тоже пропишем. Следующим словом у нас будет тоже глагол, но если глагол лякум нес в себе такой возвратный залог, да, то есть я сам стою, кто-то сам встает, то есть мы не можем использовать винительный падеж к этому глаголу, то следующий глагол, глагол ля-ким, ля-га-ким, гей не совсем звучит, поэтому вы просто услышите ля-а-ким, он уже переводится как кого-то поднять на ноги. То есть сделать так, чтобы кто-то кам встал. И если мы говорим про биньяны, кому тут очень интересны биньяны, то биньян эфиль, а это биньян эфиль, и биньян пааль, лакум, они взаимодействуют как причинно-следственная связь. Причем из активного в возвратное действие. Но не буду вас сейчас путать этими всеми терминами, поэтому просто запомните. Ля-ким – это поднять. Например, ля-ким – это айладим бабокер – поднять детей утром. В школу поднять ля-ким ля-бецефер. Но если мы говорим о том, что ля-кум – это не только вставать, но и образовываться, соответственно, ля-ким – это еще и образовать. Образовать какой-то бизнес, поднять, создать. Верно? Ля-ким эсек. Ля-ким медина. Да, связь не очень, может быть, из интернета. Ля-ким мишпаха. Образовать семью, то есть ее создать семью, это тоже на иврите будет ля-ким мишпаха. Поэтому от слова ля-ким у нас есть отглагольное существительное акама. То есть акама с буквой хей. Это уже образование, но действительного залога, то есть чего-то, да? Акамат амедина, акамат эсек, акамат мишпаха. Со смехутом, кстати, если интересна тема смехута, она будет на марафоне мною озвучена с многими примерами, с прикладным материалом. В общем, будет интересно и классно. Итак, два глагола. Лякум, ляким, и все это пока мисс корень. Кум, верно? Лякум – встать, образоваться, ляким – поднять физически на ноги или там с колен поднять. Все это будет ляким. С пола кого-то, не что-то поднять, подобрать, а именно вот сделать так, чтобы кто-то встал на ноги, и образовать, если мы говорим про бизнес, семью и так далее. Опять же, если мы переходим с этим корнем в другой биньян, биньян пьель, у нас появляется слово лекаем. Лекаем. Чем-то похоже на лето. Ель или леса, ем, да? То есть, если вы слышите одинаковую конструкцию, это не просто так. Это не просто, потому что слова в иврите похожи, и невозможно их учить, потому что они все похожи, а потому что у них одна и та же система гласных в одних и тех же шаблонах и частях речи. Так вот, лекаем на иврите – это уже осуществить. Осуществить. Осуществить встречу. Ну, сейчас мы поговорим, как мы это используем. В основном мы говорим о слове «ликаем» в контексте либо «провести», например, «провести», не, повелительных она будет «такуми», «такум-такуми», «таким-такими», это «подними кого-то», да, а «такум» это уже «встань». «Ликаем» – это либо провести встречу, то есть ее осуществить. «Ликаем бгиша», «бгиша встреча». Лекаем шиур, то, что мы с вами сейчас делаем, лекаем мифгаш. Мифгаш и бгиша, это тоже встреча. Лекаем сихот, сиха, то есть провести разговор какой-то.
осуществить. Поэтому на иврите лекаем мы будем использовать именно вот в таком контексте что-то осуществить, ну, провести его. Сделать так, чтобы он осуществился. Отдельно взято словосочетание лекаем автаха. Автаха – это обещание, то есть осуществить обещание – это уже его сдержать. То есть логично, да? Если нужно его осуществить, то его надо сдержать. На русском мы говорим «сдержать обещание», на иврите мы говорим «осуществить». Лекаем автаха. Поэтому отдельно взято словосочетание – это будет сдержать обещание. И от этого же корня, если мы переходим в возвратное действие, леит каем, то есть бинян итпаэль, леит каем, то это уже либо осуществиться, осуществляться, то есть возвратный пост, суффикс ся добавляется в виде вот этой приставки гит, леит каем, либо мы говорим, например, если я хочу провести встречу, а не руце, лекаем, бгиша, значит, абгиша, титкаем, то есть встреча осуществится, значит, она пройдет. То есть провести, это будет активный глагол лекаем, а чтобы она уже сама прошла, встреча, урок, переговоры, что-либо, это будет глагол литкаем. Например, я говорю, там, наши встречи, уроки проходят каждые 2 дня на иврите. Ашиурим шелану миткаймим коль йомайм. Коль – это каждые 2 дня. Окей? Коль йомайм. Миткаймим – проходят. Потому что кто их, либо я, либо вы, мы их мекаймим. То есть мы их проводим в активном залоге. Да, запись обязательно будет. Так что те, кто присоединились сейчас и думают, о чем там несет вообще, просто пересмотрите через, я думаю, минут 15 уже это будет в сторис висеть. Ну и, конечно же, этот корень образует такие слова, как «существует». Но перед тем, как мы перейдем к слову «существует», кстати, «литкаем ми» с предлогом «ми» от чего-то, да? Предлог «ми» отвечает на вопрос «от кого, от чего, откуда, из чего?» Он уже, его смысл меняется на, вот в русском языке, наверное, «жить на что-то». Это уже более бытовое такое выражение, то есть литкаем мимаскорет. Литкаем существоваться от зарплаты, то есть жить на зарплату. Литкаем мимаскорет шели шватэлафим. То есть существовать на зарплату из, там, на сумму 7 тысяч или там, на зарплату 7 тысяч. Поэтому литкаем ми – это уже на что-то жить. Можно спросить, эх, эфшар литкаем мизе, как с этого можно литкаем, как на этом можно как бы, да, ну, жить на это. На это имеется в виду, как правило, мы говорим о деньгах или о каком-то ресурсе, с помощью которого мы живем. Ну и опять же, напоследок из этого корня слово «существует» – «каям», правильно? «Каям», я думаю, многие из вас это слово знают, это мужской род. «Существует» – это уже в настоящем времени. Кстати, он не совсем склоняется, поэтому я скажу в прошедшем времени «аякаям» и «якаям», окей? Ну, или «иткаям», но это уже мы говорим про «проводился» или «осуществился». Женский род «каямет» существует, множественное число, конечно же, у нас будет либо «каямим», либо, если это только женский род, «каямот», окей? Как мы используем это слово? Нет, хан. Из чего на иврите литкаем ми это есть как бы на что в русском языке? Мима. Вопросительная форма будет из что, правильно? Мима иткаямти. Мима нахну миткаемим. То есть из чего мы миткаемим, имеется в виду на что мы живем, да, фактически. Слово каям, каямет и так далее мы переводим это как существует, но еще это переводится как есть. Как слово «есть». Вы скажете, ну есть же слово «ешь». Да, но «ешь» — это больше наличие. Ну, есть у меня, у кого-то что-то есть. «Ешь ли», «ешь лиха», «ешь лану». Но если я говорю, например, «есть опасение», то я могу сказать «ешь». На иврите, кстати, «опасение» — «хашаш». От слова «лахшош» — «опасаться». Это корень «хэшэше». Но я могу сказать «каям» — «хашаш».
или есть подозрение на что-то. Подозрение – это уже будет слово хашад, каям хашад. То есть существует подозрение не в плане, что оно существует в мире, а в том плане, что оно есть. Ну, естественно, и хашад, и хашаш – это мужской род, поэтому мы говорим каям хашаш. Если мы говорим про существует, есть женского рода, мы уже будем говорить каемет и так далее. То есть есть там доказательства, можно сказать ешь, охаха, такое интересное слово доказательство, можно сказать каемет, охаха. То есть как слово «есть», мы можем использовать слово «каям», «существует», «есть» и так далее. То, ребят, вас тут 100, по-моему, это рекордное количество за... Ну, это потому что WhatsApp. Все в WhatsApp сидят, все получили уведомления. Так что я не буду приписывать это к карантину. Везеу хаверим. Это то, что на сегодня. Видите, мы уложились. Давайте проведем итог. Мы говорили о корне «кум», мы говорили о глаголе «лакум» – «встать», «вставать», «подниматься на ноги». Ля ким, поднимать, вставать, поднимать на ноги, либо образовать какой-то бизнес, семью, что-то основать, да, то есть я могу сказать основать бизнес, основать семью, это будет ля ким ишпаха, ля ким эсек. Ле каем, это уже осуществить, ну, мы говорим больше в иврите это слово в контексте провести, ле каем гиша, ле каем шиур, ле каем сиха, ле каем... мифгаш, да, и так далее. Лиит каем, это уже возвратное действие, лиит каем, то есть это уже осуществляться, проводиться, окей. И слово каям, каямит, каямим, каямот, это уже будет существует, существует женского, мужского рода и множественное число существует. При этом мы сказали, что мы используем слово каям, каямит, каямим, каямот, как слово есть, но уже например, есть либо с глагольным существительным, есть подозрение, есть там опасение. Каям сикун. Сикун – это риск, то есть есть риск. Это тоже будет слово каям, нежели ешь. И так далее. Лиит кадем – это продвигаться, да? Там уже корень будет кадеме, кадима – вперед. То есть кадимиться, да? Вперед, значит продвигаться. Поэтому лиит кадем – это продвигаться. Но это тот же самый биньян, поэтому лиит кадем, лиит каем, лиит кашер – все это будет звучать одинаково, ребят, потому что корни, они, понимаете, как вы говорите, они как гости. Они как у Якубовича на передаче каждая тройка игроков к барабану подходит, вместо тройки игроков у вас есть будет тройка корня. А барабан-то не меняется, поэтому биньян не меняется. И каждый биньян несет себе залог. Так что корень меняется, меняется смысл немного, и все. А залог остается точно, точно такой же. Поле чудес, чуть не забыл название. Кошмар, старею. Так, ребят, вопросы какие-то остались. Вопросы какие-то остались. Если есть какие-то ваши вопросы, что-то, что вы хотите, наверное, лехадед, это подточить, что-то там выяснить, что-то узнать насчет какой-то там темы, то... Да, существование на иврите, это будет киюм. Извиняюсь, много говорю. Киюм, это тоже от корня, от того же корня, это будет от глагольное существительное. Да, ликаем, это будет мират яхас эт, верно, кого что. Там, где винительный падеж, в основном у нас будет предлог эт, кроме глаголов, которые используют... свои постоянные предлоги, например, лехакот ле, это ждать кого-то, вместо эт мы говорим ле, потому что лехакот в пожизненном романе с предлогом ле. Так, аббревиации, то есть аббревиатуры, верно? Я потом добавлю сюда, у меня есть публикация на эту тему, аббревиатуры. И, ну, их нужно дополнить, можно целый цикл уроков сделать про аббревиатуру, но мы поговорим об этом еще. Кстати, да, я, по-моему, тебе говорил, напомни про это. Ну, сейчас мы поговорим пару слов о аббревиатуре. Как часто проходят эфиры? Они проходят хаотично. Могут раз в два дня. Сейчас из-за всех обстоятельств с короной времени чуть-чуть стало больше, поэтому я стараюсь, видите, выходить в эфиры почаще, чтобы мы не теряли иврит, да, потому что многие из вас учатся в ульпанах, теперь вы приостановили учебу. Тиква – это она, верно, Евгения? Поэтому
хорошее выражение каемет тиква, то есть существует надежда, как есть надежда, верно? Только тиква, поскольку она, каемет уже будет как глагол, ведь это настоящее время, а глаголы в настоящем времени, они испрягаются только по родам и числам. Тиква – женский род, соответственно, каемет будет тоже женского рода. Про аббревиатуру. Тут был вопрос, просто когда-то уже задавали, я попросил его переспросить на эфире. Сейчас в двух словах я не буду как бы разбирать на полчаса вот эту всю тему, но, чтобы вы понимали, это некие сокращения, да? Некие сокращения, и вопрос, наверное, такой. Во-первых, как, из чего они собраны, как, по какому принципу вообще мы вот убираем какие-то буквы, подставляем, спаиваем это вот этой аббревиатурой, кавычками, и как вообще их читать, а потом как их еще и обратно расшифровывать. Смотрите, принцип у них простой. Если у меня два слова, да даже не два, ну, мы говорим сейчас про два слова, которые мы хотим соединить, то, как правило, соединяются всегда первые две буквы и первые две буквы с первого слова и первые две буквы со второго слова, и мы получаем некую аббревиатуру словосочетания. Сама аббревиатура, то есть кавычки, ставятся всегда перед последней буквой, несмотря на то, что вторая буква от конца, она тоже относится ко второму слову. Например, вот берем мы с вами слово Соединенные Штаты, да, Арцот это страны, как Штаты, а Брит это у нас Союз, да, то есть это как бы страны Союза, по сути, Штаты Союза, Арцот Брит. И мы берем с вами первые две буквы с этого слова Алиф Рейш и включая артикль Hey Bet, правильно? И начинаем их вместе выписывать. После буквы «Hey» перед последней буквой «B» мы ставим аббревиатуру. Но дело в том, что некоторые аббревиатурные слова действительно читаются как аббревиатура, то есть сокращенно, а некоторые пишутся только как аббревиатура, но при этом читаются в раскрытом виде. То есть, например, в тот абрит вы не будете читать как «Архаб». Но если мы уже читаем аббревиатуру, это вот знаете, как какие-то слова читаются, какие-то нет, то мы всегда это проводим через гласный «а». Сейчас объясню. Вот у меня есть слово, например, «Махон Юлия», «Цагаль». Что такое «Цагаль»? Это «цва», «армия», в смехуте вместо «цва» это «цва», «га» – «агана», это «оборона», поэтому «шель» ушел, это смехут, «цва» – «агана», «ле» – «Исраэль». Вот это «ламет», которое появилось в слове «цааль», три слова. Если три слова мы берем по одной букве из каждого, она – это предлог. То есть это армия обороны. Ле соединяет два, запомните, существительных в контексте принадлежности. Это как для Израиля. То есть армия обороны как бы для Израиля. Поэтому она вошла в аббревиатуру, потому что она все равно первая. Несмотря на то, что это предлог, все равно первый. Ну, я с терминологией потом посижу и исправлюсь. Точно, что из них аббревиатура, что нет. Ну, вот мы говорим про этот сам процесс, верно? Если мы берем сейчас слово, например, аэропорт Бен-Гуриона, нахон? Его даже в поезде объявляют как надбаг. Почему мы его читаем как надбаг и говорим как надбаг? В нем четыре буквы. Если есть четыре буквы, то мы будем всегда первое слово закрывать, второе тоже будет закрытое. И это, по сути, Немальты Уфа, правильно? Немальты Уфа – это у нас аэропорт, ну и имя Бен-Гурион. И если возьмете с каждого слова по букве, соедините их, то вот у вас получается два слога – над и слог баг. Надбаг. Такое, кстати, и в мире происходит, ну, как бы не только в иврите. То же самое слово… Если мы берем сейчас словосочетание умот, умот это нации, меухадот это объединенные. Слово эхад это один, от слова эхад можно получить глагол объединить, ле ахед, поэтому меухад, не путайте со словом меюхад, меухад это уже будет объединенный, поэтому умот меухадот это
ООН. Что такое ООН? Это Организация Объединенных Наций. Только в русском языке, по-моему, называют это со словом «организация». На английском это UN, United Nations. Также на иврите «умот мюхадот», а сокращенно просто «ум». То есть «алеф вав мем». Ну, он пишется уже вот так вот. Фактически с... Смотрите, да, има да это маген Давида дом, имам это мас эрах мусав, то есть НДС и так далее. Да, таких много слов. Какие-то из них используются фактически в быту каждый день, поэтому мы их просто запомнили как масауматан. Масауматан это переговоры, поэтому это получается мум. Кстати, слово рапорт на иврите пишут вот таким вот образом и говорят дох. Часто вот, ребят, кто из вас имеет, уже общается с ивритоговорящими, думаю, слышали слово дох. Это рапорт, это доклад. Иногда штраф ошибочно называют словом дох, типа кибальти дох, но это, по сути, рапорт, а штраф на иврите кнас. Но слово дуах, по идее, его неправильно проговаривают израильтяне, я не говорю про русских. И его нужно читать. Видите, как оно написано? Дуах, потому что хэ читается как в слове руах, как в любом слове она будет читаться как ах. Помимо вот этой ошибки, вместо дуах его говорят дох, почему он вообще, почему начали его так говорить, ошибаться, откуда эта ошибка взялась? От того, что это тоже аббревиатура. Ведь слово дох, дуах, это аббревиатура трех слов. Дин, хешбон. Отчитывание. Окей? Если мы возьмем сейчас, соединим вот это слово дин, далет, вав и хет, мы получаем слово дуах. И получается на иврите латет дин вехешбон, это давать отчет, то есть это отчитываться. И отсюда слово отчет появился, вот это слово дуах, соединение трех букв. То есть первое из слова дин и второе слово вав и хет. Но поскольку у нас уже образовалось слово дуах, то оно же образовало якобы корень. Ведь если у нас есть три буквы, а вы видите, все, что плохо лежит, и там три, это корень, запомните. Это слово образовало глагол ледавеах, уже в биньяне пиэль, то есть докладывать. Ледавеах. И отсюда уже слово докладывание, дивуах, и в общем, и поехало, да? Те, кто из вас изучают, ребята, биньяним, запомните, биньян пиэль – это утилизатор всех слов в иврите. Все, что неудобно, все, что нужно каким-то образом превратить в глагол иностранные слова. Там, не знаю, слово «лесамес» – это три корня «смс» стало глаголом «лесамес». И до каких-то сленговых слов все уходит в биньян пиэль. Это такой вот завод по перерабатыванию любого корня, и он на выходе дает вам просто глагол. Не паль, не нефаль, ничего другого. И четырехбуквенные корни только в пиэль уйдут. Ну, пиэль и паэль, да, то есть они будут возвратного действия. Для некоторых сейчас все это дико звучит, потому что тема биньяним, она отдельная тема, но тем не менее. Откуда я знаю? Может, кто-то из вас тут уже эксперты биньянов. Так что так. Надо по всем фронтам пройтись. Зеу хевре ляйом. Они хуже шезе дай маспик. Да, это достаточно. Маспик тоже достаточно, слишком. Шалом, Василиса. Так. Хороший вопрос. Если он без аббревиатуры пишет, он пишется с мем, с аббревиатурой с мем, бе, не мем суфит. Хевре, шелехам имшех шавуатов ве пьем шени. Напоминаю про марафон. Те, кто не получили ссылку, зайдите на предпоследнюю публикацию, посмотрите еще раз на канале, что для этого надо сделать. Обязательно примите участие. Будет 4 очень важных занятия на тему, на 4 разные темы. Там будет и тема смехута, и тема предлогов, и тема родов, и даже тема парных букв, фей-пей, как правильно произносить, где и когда. В общем, будет интересно. Так что давайте, используйте эффективно ваше время, которое вы проводите по вечерам. Это будет понедельник, вторник, среда, четверг с 6 вечера. Каждое занятие примерно будет длиться 20-30 минут. Недолго, ни много, не нагружено, но очень эффективно. Так что жду вас на марафоне. И если я уже выйду в эфир, то, скорее всего, это будет именно по
части марафона, просто чтобы получить от вас какую-то обратную связь, удостовериться в том, что вы все понимаете. Зео Хаверим. Ахла. Те, кто выполнили вот это вот якобы условие, просто пишите мне в личку, я вам вышлю то, что надо. Приглашение. Зео. Байша. Вот то. Ненети лирототхем. Мне было приятно вас видеть. Слышать, к сожалению, нет, но хотя бы вы были активны. Они шмор аля цми, аваль тишмор, нахон? Тишмери это будет женский род, аваль тода бехоль микре. Зеу. Валит род. А, ну эта запись будет еще 24 часа висеть, так что те, кто не успели пересматривать, обязательно пересмотрите. Bye-bye.